В магазинах можно найти огромное количество разнообразных средств для подкормки растений. Однако не все из них являются натуральными и экологически чистыми. Именно поэтому большинство садоводов стараются использовать их как можно меньше и самостоятельно готовят полезные удобрения. Сегодня мы расскажем об одном органическом средстве для огуречных посадок, которое можно легко сделать в домашних условиях из простых и недорогих ингредиентов. Итак, один стакан куриного помета заливаем 12 литрами теплой воды. Для этого достаточно оставить емкость на несколько часов на солнце, и тогда вода прогреется до нужной температуры. Перемешиваем компоненты и оставляем настаиваться на одну неделю. По истечении указанного времени готовый состав используем для корневого внесения под огуречные кусты. Делать это нужно следующим образом. Сначала поливаем каждое растение 200 мл подкормки, а затем сразу же увлажняем чистой водой в количестве 500 мл. Такое удобрение содержит азот, а также множество других питательных элементов. Оно способно простимулировать развитие корневой системы и зеленой массы, укрепить иммунитет, повысить устойчивость культур к холодам и засухам, защитить от болезней и вредителей, ускорить созревание урожая и продлить период плодоношения. К тому же данная подкормка не способна навредить человеку и окружающей среде.